Привет, я Олли, обожаю все яркое и красочное. Сперва делаем шапочку под парик. Пропитываем высохшую салфетку клеем ПВА. Подрезаем и готово. Теперь трессы, белоснежные пряди из лент, идеальная база для окрашивания. Внимание, работают лучшие колористы. Фломастеры в бой. В прическе Олли используем все цвета радуги. Какой плавный градиент! Потрясающе! Радужные бровки – целое произведение искусства. Вау, глазки Олли сверкают стразами. Еще немного, осталась одежда. Черпаем радужное вдохновение. Ползет змейка красок, скорее догоняй. Крафтовое окрашивание делает топ уникальным. А фатиновая юбка легкая, как облачко. Олли собрала целый букет цветочков. Украсим ими платье. На переделку притопали кеды. Радужная подошва вам не помешает. Коллекция кристаллов пригодилась для сережек. Яркий и солнечный образ Олли всегда в центре внимания. Наша героиня отправилась в салон красоты. Там ее ждала стилист-колорист. Мы заказали редкие цвета красок заранее. Ваше преображение будет сенсацией. Сгораю от нетерпения. Присаживайтесь, а я подберу одежду. Не думаю, что мне подойдет. Лучше выберу сама. Олли скомбинировала одежду в радужное платье. Вау, не помню такого. Я сама создала шедевр. Время макияжа. Радужные бровки – второй шаг к мечте. А мастер уже работает над волосами. Сложное окрашивание удалось. Радужные пряди переливаются цветами спектра. Вау, спасибо! Моя мечта сбылась. Excellent. Рада помочь. Наборы бисера такие яркие, какой же выбрать? Лучше каждого по штучке. Подготовим моточек проволоки. Отрежем кусочек для каждого лака. Колпачки из воздушного пластилина подошли. Преобразим ноготочки. Олли пришла в салон за маникюром, но, кажется, здесь никого нет. Ау! Что? Мастер-панда? Извините, я делала маску в обеденный перерыв. Напугали. Какая хорошая форма ноготков. Подготовим базу. Какой цвет желаете? Олли не может определиться. Зачем себя ограничивать, если можно использовать все цвета? Радужный маникюр просто супер! Разноцветные ленточки и высохшая влажная салфетка пригодятся для маски. Склеиваем их поочередно в радужный ряд. А на краях закрепляем капроновые нити. Средство защиты может быть стильным. Олли проходит ежегодный медицинский осмотр. В клинике Лолитауна очень приветливый персонал и грамотные специалисты. Здравствуйте, я записана к доктору Рейнольдсу. Конечно, но наденьте маску. Ох, забыла, простите. Можем предложить бесплатную. Спасибо, у меня есть своя. Радужный стиль во всем. Девушка ожидает прием. У вас такая милая масочка. Спасибо. Как раз ваша очередь, возьмите направление. Окей. Олли с улыбкой проследовала в кабинет врача. В Макдональдсе новинка. Радужная картошка фри. Приготовим цветные запасы. Из фоамирана получились самые хрустящие палочки. Вырежем и сложим упаковки для картофеля. Наполним едой. Вот это да! Новое меню произведет фурор. Вау, витрина Мака обновилась. Олли не могла пройти мимо. Здравствуйте, слушаю заказ. Нужно срочно все попробовать. Дайте мне картошечки, да побольше. Окей. Для клиентки собрали целый поднос. Вкусняшка и такая яркая. Олли съела почти все. Насыпаем в емкость чайную ложку соды и ложку соли. Добавляем глиттер. Тщательно перемешиваем и засыпаем слоями в баночку. Целая упаковка крафтовой соли для ванны. Приятные мелочи в уходе за кожей. Олли пришла в ванную. Здесь так уютно. Все располагает к релаксу. Наполняем ванночку. Идеальная температура. Погружение!
Чего-то не хватает. Точно, любимая радужная соль. Всего несколько щепоток, и вода приобретает цвет. А шипящие пузырьки... Ах! Нужно заказать такой целый ящик. Сгибаем проволоку в форму очков. По взмаху волшебной палочки оправа сверкает волшебством. Радужная пленка пропускает только добро и позитив. С такими линзами не грозит плохое настроение. Однажды Олли, гуляя по любимому парку, забрела на незнакомую полянку. Вдруг раздался шелест кустов. Любопытство взяло верх, и девушка заглянула туда. «Глазам не верю! Настоящий единорог!» «Вау! Олли и радужное создание будто из одного мира!» «Кажется, он хочет оставить подарок!» «Радужные очки!» «Оу, вау!» «Спасибо! Это так мило с твоей стороны!» Олли взглянула на мир сквозь линзы и завороженно застыла. «Весь мир радужный!» Единорогу пора возвращаться в свой мир. Эта встреча запомнится Олли надолго. Воздушный пластилин всех цветов – целое сокровище. Наносим буковку «С». Развертка упаковки Skittles предназначена специально для драже. Складываем ее и окрашиваем в фирменный красный. Ох, сколько конфеток! Вкусняшка! Завершает дизайн этикетка. Приятно полакомиться. Олли пришла на рынок за продуктами. Морковочка свежая и хрустящая, и яркая. Томми нашел новый магазин сладостей. Предупреждаю, до него далеко. Я еще не ела такой Skittles. А знаешь, возьми себе. Ну что ты? Я больше люблю M&M's. Вопрос покупок решен. Овощи остаются на рынке, а Олли бежит скорее перекусить конфетками. Вкуснотища. Прекрасный обед. Из пенополистирола вырезаем по шаблону гироборд. Затачиваем округлые грани. Покрываем белой базой, а следом окрашиваем во все цвета радуги. Колесики старые, но для гироборда это не проблема. Вырезаем из картона накладки на шины. Теперь колеса в безопасности. Фоамиран обеспечивает сцепление с подошвой. Такое стильное средство передвижения подходит нашей моднице. Олли прогуливалась по городу, как вдруг ее внимание привлекает прокат транспорта. Зачем ходить пешком? Этот радужный гироборд точно ждет меня. Но все не так просто. Олли не может выдержать равновесие. Оу, она упала. Хорошо, что Томми проходил неподалеку. Ты как? Сильно ушиблась? О, нормально. Thank you. Ты мой спаситель. Я такая неловкая. Что ты? Просто нужно потренироваться. Видя поддержку в его лице, Олли расслабилась. Похоже, эти двое влюбились. Томми помогает девушке, придерживая ее за руку. Вдвоем легче справиться с любой задачей, даже с гиробордом. Мастерим рюкзак. На красном фоне глиттерная радуга смотрится еще чудеснее. Добавим боковые грани с замочком молнии. Простая конструкция, но какой классный стиль. По краю украшаем мягкими помпонами, а вместо скучных лямок – нити бусин. Олли выбралась на пикник. Девушка обожает природу, а местным обитателям она кажется волшебной феей. Стоило только присесть и разложить еду, как птичка прилетела за лакомством. Угощайся на здоровье! Еды хватит для всех! Олли перекусила и, взяв с собой красивейший букетик, отправилась в новые места. На атласной ткани обводим шаблон спальника. Сшиваем заготовки и набиваем синтепоном. В таком спальнике будет мягко и тепло спать под открытым небом. Фетровые дуги превращаются в ничто иное, как очередную радугу в стиле Олли. С радужной подушкой еще лучше. Дополняем спальник верхней частью одеяльцем, будто радуга взошла над чистым весенним небом. На следующий день Олли решила задержаться на природе. Даже взяла с собой любимого пса. Он обожает веселиться. Еще и куча вкусняшек. Я так счастлива! Олли переполнили эмоции. Вокруг даже засветилась радуга. Вот бы остаться здесь с ночевкой. Кажется, желание девушки услышали. С неба спустился спальник. Олли в шоке.
Вот так сюрприз, единорог. А теперь и это чудеса. Стоило девушке вздремнуть, как спальник-облачко унес ее в сказочный мир радужных снов.